Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. Обзор мультимедийной системы на базе Android от компании Gunbox на Kia Cerato 3-го поколения. Модель M-Line с диагональю экрана 9 дюймов. Встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит достаточно аккуратно. По проводке подключается разъем в разъем. Есть вырез под аварийку. Сама рамка выполнена из черного пластика. Кнопки на руле все адаптировали. Громкость, переключение треков, кнопка Mute, которая быстро выключает звук, кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками, также работает ответ и сброс звонка. И работает кнопка голосового ассистента. Голосовой ассистент — это отдельная услуга, более подробно о ней вы сможете узнать у наших менеджеров. Достаточно полезная вещь, благодаря голосовым командам можно управлять функциями магнитолы. Например, увеличить, уменьшить громкость, переключать треки, позвонить кому-то. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Благодаря такому расположению торпеды очень удобно то, что магнитола получается развернутая на водителя. И обзор прям очень хороший. По внешним подключениям в бардачок выводится USB-порт. Штатный USB-порт также подключается. Сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И дополнительно еще выводится слот под сим-карту для подключения к интернету. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его через мобильный свой телефон, через режим модема. Дополнительно также на этот автомобиль установили камеру заднего вида. Она очень аккуратно выглядит в компактном корпусе. Включается автоматически при включении задней передачи. Имеет достаточно широкий угол обзора 150 градусов. Картинка Full HD. Все прекрасно видно. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности. По самой мультимедии работает она на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Все работает очень быстро, плавно. Есть магазин приложений Play Market, откуда можно скачивать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, интернет-радио, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, интернет-телевидение. Штатная радиоантенна подключается, все функционирует, все работает. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Также доступен Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно о них вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!